У нас в этом году полностью была заменена эта коммуникация, электроподогреватель скоростной. Новый теплоузел и трубы в 14-м детском саду установили буквально в течение 2 недель. Взамен старых, что прослужили здесь почти 40 лет и порядком износились. В отопительный сезон детсад готов вступить хоть завтра. Паспорт на объект получил еще на прошлой неделе. Родители, конечно, ждут. Ждут почему? Потому что не всегда у нас дома, в квартирах, как бы достаточно нормальная температура бывает. А когда у ребенка нормальная температура в комнате, да, вот в частности в детском саду, соответственно, и проводятся мероприятия профилактические, и, соответственно, ребенок более комфортно себя чувствует в свободной одежде и занимается спортом. Ждать осталось недолго. Детские учреждения подключат к отоплению в первую очередь, сообщили сегодня на планерном совещании при мэрии Благовещенска Валентине Калите. Батареи в садах потеплеют в выходные, а нужная температура установится к понедельнику. В целом же город готов к зиме на 98%. Из 20 муниципальных котельных на 17 ремонты закончены. На 3 завершается покраска и побелка. Готовность жилищного фонда на сегодняшний день составляет 96%. Идется работа по установке сужающих устройств и подготовке к запуску. Тепла. Проведены ремонтные работы на водозаборах Северный и Амурский. Тепло в дома благовещенцев в этом году придет раньше, чем в прошлом. Работы на жилых домах управляйки начнут с понедельника. А самим собственникам, которые пока не установили пластиковые окна, заранее стоит позаботиться о сохранности тепла. Температурный режим на выходе соответствует. Окна в таком состоянии, что щели настолько большие, не заделанные, не обработанные, что все тепло тут же уходит. Особенно это касается коридоров. До пятницы в городе пройдут гидравлические испытания ТЭЦ. Примерно в это же время установится необходимая для начала отопительного сезона температура, обещают синоптики. Регина Сорокина, Денис Лугов, программа «Город».